Камазовцы на домашний поединок выходили в качестве одного из лидеров чемпионата. Игра началась спокойно, с обоюдоострых атак, завершить которые ни у одной команды не получилось. И первая половина встречи завершилась в сухую. Немножко попросили ребятам, чтобы добавили в агрессии. Они боялись играть с мячом, там, да, в середине поля, там, подстраивались под мяч. Ну и оказывали давление на соперника, да, в принципе, и это и привело к забитому голу, да, заставили соперника ошибиться. В первом моменте там, пускай корявый, но все-таки забили мяч. После забитого гола челнинцы не успокоились и через 18 минут упрочили свое положение. К чести ульяновских футболистов стоит отметить, что они не опустили руки и продолжили методично атаковать ворота хозяев, что вылилось в назначенный на 84-й минуте 11-метровый, который хладнокровно реализовал нападающий «Волги» Артем Сердюк. Этот мяч вдохновил футболистов и поселил в сердцах надежду на то, что матч можно спасти. Но финальный навал на ворота хозяев вылился в контратаку «КамАЗа», в результате которой и был установлен окончательный счет в матче 3-1. Мы сегодня полтора тайма показывали хороший футбол и переигрывали хозяев. Мы сейчас тоже беседовали с ними, с этим принципом. Согласились, я имею в виду те игроки, которые, я знаю, опытные раньше играли за Ульяновск. Но от этого не легче. Первый же такой момент, не разобрались, пропустили, стали больше раскрываться, получили еще второй мяч. Но третий, я не считаю, потому что там уже мы, так сказать, спасали его. Первый матч вышел комом. Теперь подопечных Сергея Седышева ждет еще одна выездная игра. 16 мая в Новотроицке волжане сыграют против местной Носты.